Тем временем вторая наша сборная команда приняла участие во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня». Эти старты также включены в международный календарь ФИС. Соревнования прошли в рамках подготовки и отбора на чемпионаты первенства России. В гонке свободным стилем на дистанции 10 километров Алина Потуткина заняла 19-е место, на пятнашке среди мужчин Яков Сумароков стал 13-м, Александр Терентьев 21-й. В гонках классическим стилем наши лыжники показали более высокие результаты. Александр Архиповский завоевал бронзовую медаль, Константин Лобов финишировал 8-м и Терентьев 17-м.